Привет, друзья! Что интересного в Mojave Pickers? Я не буду все показывать. Покажу лишь то, что мне понравилось. Мне понравилось с текстом здесь. Интересно, вот текст добавляется просто. Вот выходит графа. Пишите. И применить. И вот здесь интересные такие вращения, дуга, волна, все это изгибы. Очень много можно выбрать. Рыбий глаз. Вот так вот. Вводишь, интересно получается рыбий глаз. И также много вмещаем. Вот вращение. Сдвиг. И сразу на место, там без искажения, оно вас приводит в нормальный режим. Далее перспектива, и все, начинаете двигать, поворачивать. Сначала создали изгиб, а теперь перспектива, и начинаем вот такие эффекты делать, передвигать, расширять. Удаляется, просто наводишь мышкой, можно копировать, вырезать, удалить. Чтобы мне это очень понравилось. Повороты вот такие, разницу видно. И сдвиг тоже, да, вот можно поворачивать как хочешь, плюс по вертикали, по горизонтали можно. Вращение букв выставляем, начинаем крутить, просто вращение крутим. В общем, много есть выбрать. Для текста, мне кажется, идеально здесь. Поделитесь, если вы знаете еще программы какие-то. Далее тут пошло положение, толщина рамки, можете менять цвет, фон самим собой, все это стандартные настройки. Толщина обводки, опять контур, заливка, выбираете буквы, шрифт, размер, все это стандартно. И теперь есть оформление. Так, рамку уберем. Оформление, нажимаем оформление и добавить оформление. И вот такие оформления. Так же сам они убираются. Все удаляется, все быстро. И что хорошо, не надо выставлять размер, просто раздвигаешь, и все. Фон с предыдущим 21 версии тоже стало чуть-чуть получше, замена фона. Я пробовал. Так она все раньше не четко было, сейчас посмотрите, все четко обошла, оставила елочку. Сейчас я верну, еще раз покажу. Немножко вот видите, притормаживает. Так, все, переборщил. Так, давайте еще раз замена фона. Автоматически и вручную можно. Автоматически нажали. Чуть-чуть подгружает компьютер.
Так хорошо. Я пока ее не покупал. Замена айфона. Ага, тут еще вот добавить теперь можно сразу же изображение. Да, для моего компьютера тяжеловато она. В общем, замена фона, изображение и цвет можно поменять. Либо же цвет, либо же изображение. Добавляем. Я пока пользуюсь этим бесплатным приложением. Ссылочку я оставлю под видео в описании. Тут очень просто переводится. Потому что это тяжеловато для моего компьютера. Загрузил изображение быстро. Также можно отсюда выбрать любое изображение. Вот оно, смотрите, быстро удаляет фон. И скачать HD бесплатно. Также тут можно подобрать тут цены. Подобрать другие, там, фото, видео, удалить фон с видео в этой программе есть. Я и пользуюсь, пока мне хватает. Но надписи мне понравились. Так, добавили. И создаете что-нибудь. И также, когда я скачивал Mojave Pre-Rise, они предложили в Mojave, вот у них новое. Я скачал, еще не устанавливал файл. Вот он. Новое какое-то приложение Mojave Photo. Также можете его попробовать. Также это оно вот, у меня с водяным знаком бесплатно скачали, попробовали, понравилось, не понравилось. Но текст мне понравился. На этом все, друзья. Что хотел, я вам показал, поделился. Именно то, что текст интересный. Всем удачи. Пока-пока.